конечно же, хочется сказать в первую очередь, Боже, Тебе спасибо за то, что мы имеем такую привилегию, Господь, быть Твоими детьми, быть Твоим народом, Боже, быть теми, кто не просто приходит сюда, Господь, как дань традиции, но, Боже, мы те, кто желаем, Боже, приходить в Твое присутствие. И мы благодарны за Твою верность, действительно. Мы благодарны Тебе, Иешуа, что Ты обещал, и Ты верен каждому своему слову. И Ты сказал нам, что где мы собираемся во имя Твое, Ты посреди нас, Боже. И мы сегодня здесь, во-первых, потому что, Господь, хотим быть теми, посреди кого Ты, Боже, будешь пребывать. И также мы здесь сегодня праздновать Хануку Твою, Господь. И мы благодарны, что Ты оставил нам много-много полезных упоминаний о Хануке в священных писаниях. И что Сам Ты был, Господь, в эти дни частью этого праздника. И Ты для нас часть этого праздника. И мы благодарны Тебе, Святой. Мы благодарны и просим, чтобы наши общины, Боже, они обновились в это время особенным образом. Мы просим Тебя, Царь наш, чтобы Ты с новой силой царствовать начал в наших домах, в наших семьях, в тех обстоятельствах, Господь, которые, Боже, мы проживаем в своих жизнях, которые мы проходим, как Твои общины, как Твои собрания. Мы благодарны Тебе, Святой, что мы дожили до этого времени, и что мы сегодня, вспоминая о подвигах наших праотцов, можем радоваться тому, как Ты могущественно проявлялся, Боже, в те дни, в эти времена года, Господь. И мы благословляем Тебя, Царь Израилев, мы благословляем Тебя, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И просим, направь, Боже, наше сердце сейчас и наши уста, Господь, туда, где Твоя слава обитает, туда, где, Боже, мы сможем окунуться еще больше в Твое присутствие. Мы благословляем Тебя и очень сильно благодарим. Бешем Иешуа. Ну, давайте будем праздновать Господа. И Ханука, она не оставит, тоже не оставит нас без внимания. Аминь. Исмехе мой шебе матана, Исмехе мой шебе матана, матана вехот. Исмехе мой шебе матана, Исмехе мой шебе матана, Исмехе мой шебе матана, матана вехот. Ой! Ай да ви дай дай да да дай да да дай да ви дай дай да да дай да 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 дай ай о ай да да дай да 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 дай да ай да да дай да 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 дай да да дай да 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 дай ай да 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 радоваться, когда будешь веселиться, ой, 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 ой. Когда будешь радоваться, когда будешь веселиться, ой, 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 ой. Когда будешь радоваться, когда будешь веселиться, ой, 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 ой. Когда будешь радоваться, когда будешь веселиться. Ой, 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 ой
Ашем левадо, Ашем левадо, баем габу, венизгам, венизгам, Ашем левадо, Ашем левадо, баем габу, венизгам, венизгам, Ашем левадо, Ашем левадо, баем габу, венизгам, венизгам, Ашем левадо, Ашем левадо, баем габу. ויסר יעקב לבדו, וביבו כרשימו. אדלויס, אדלויס השוחר. ויסר יעקב לבדו, וביבו כרשימו. אדלויס, השוחר. אדלויס השוחר. Давайте! Давайте вместе славить Бога. Давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу. Не надо, не надо.
Ей могучий поражает всех врагов. Раструбите громко трубы, пусть кимбалы загремят. Всем народам Божьей славу будем мы провозглашать. Поражает всех врагов. Вострубите громко трубы, пусть кимвалы загремят. Всем народам Божьей славы будем мы провозглашать. Мы хвалу воскликнем громко перед Богом всех богов. Он рукой своей могучей поражает всех врагов. Вострубите громко трубы, пусть кимвалы загремят. Всем народам Божьей славы будем мы провозглашать. Пусть зари торжествует славе, восклицая перед ним. Бог наш сильный в брани, перед сильным Богом преклонимся. Будем славить мы Его, петь и веселиться. Пусть Израиль торжествует в славе, восклицая перед ним. Бог наш сильный в брани, перед сильным Богом преклонимся. Будем славить мы Его, петь и веселиться. Торжествуй, Израиль! Thank you.
Служить мы будем Богу своему, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. Мы будем в радости служить, мы будем в радости служить, мы будем Богу своему. Кашем басим каивет, кашем басим, олефана бирнана, олефана бирнана. Ивет кашем басим каивет, кашем басим, олефана бирнана, олефана бирнана. Ай дай 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 дай. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. В радости служить мы будем, в радости служить. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. В радости служить мы будем, в радости служить мы будем, в радости служить мы будем Богу своему. Служить мы будем. Аллилуйя! Иешуа,
Тебе слава, Боже, Тебе хвала. Боже, ибо Ты Бог наш, Ты жизнь наша. Из Тебя, Боже, источники нашей жизни, в Тебе наша сила, Боже. В Тебе наша чистота, святость. Только в Тебе, только из Тебя мы это получаем. Только находясь в Тебе мы это приобретаем. Боже, так говорит Твое Слово, мы понимаем это. Боже, мы стремимся, Боже, быть ближе с Тобой. Мы стремимся, Боже, Господь, быть похожим на Тебя. Боже, мы стремимся, Боже, все более и более, Господи, угождать Тебе. Друзья, и, Господь, находясь в эти дни, Господь, празднования Хануки, давайте напомним себе еще раз, что Ханука – это же не только исторический праздник, правильно? Вот, мы помним, с чего все началось. Началось, Господи, не с восстания Маковеева, но началось все с ревности. Ревности по Богу и Дому Божьему. С этого все началось. Вот. По чистоте и святости Его дома, по очищению храма от всякой нечистоты Божией. Для нас это напоминание в дне сегодняшнем, напоминание о том, чтобы мы ревновали о Господе. Чтобы мы ревновали о Господе, потому что, ну и, естественно, у нас стремились к чистоте и святости, потому что Бог, Он предназначил нас прежде всего быть не кем-то, а быть какими-то, понимаете? То есть, чтобы мы искали лица Твоего, Его лица, чтобы, ну так Он сотворил Деяния 17:26, говорит, чтобы мы, глядя на образ Иешуа, преобразовались в Его образ и делали те дела, которые мы призваны совершить, да, либо Он сотворил нас на добрые дела, которые прославляют Господа. И все начинается, друзья, с ревности, чистоты и святости, потому что наш Бог, Он чист, Он свят, Он совершенен. Аминь. Боже, и мы славим и благословляем Твое святое имя, Боже. Мы говорим, что Ты есть Бог сильный, всемогущий, всезнающий, всеведущий, но Ты и Бог святой. Прежде всего, Ты святой, даже Твоя любовь, она исходит, Боже, из этого, она из святости. Не может быть любви впереди святости. Настоящая любовь, она свята. Боже, и Ты святой, Ты чистый, Ты совершенный, Ты благословенный, Боже, Господь. И мы славим и благословляем Твое святое имя. Мы говорим, Боже, что мы ревнуем по Тебе, мы хотим приближаться к Тебе, как учит нас Твое Слово, Боже, Господь. Мы делаем этого, Боже, но нам этого недостаточно, мы хотим большего. Мы хотим большего, да, община? Или я ошибаюсь? Говорят, да. Значит, Господи, мы хотим большего. Господи, Ты сотворил бездну в нас, Ты сотворил эту бездну, Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты расширял ту бездну внутри нас, которая для Тебя, чтобы больше Тебя вмещалось, больше Духа Твоего было в нас, Боже, чтобы чистота и святость, Боже, к нашему храму, которая есть мы, которая есть наша община и все тело Твое, чтобы оно было чистым, чтобы оно освящалось, чтобы все мы, Боже, освящались, Господи, чтобы мы были реально Твоими детьми, Боже, чтобы мы имели возможность приходить к нашему Царю в Его присутствии, в чистоте и святости. Мы знаем, что для этого мы должны находиться, самое главное, это в Иешуа, Господи, просто облечься, Господь, в Него, Боже, в Его чистые святые одежды, Боже. Мы хотим идти по этому пути, Боже, говори к нам, учи нас, Боже, Господь, как это делать, Господь, очищай, Боже, нашу внутренность, Боже, нашу жизнь от всего того, что Тебе не нравится, от всего того, что, Боже, Господь, как-то пачкает нас, Господь, Боже, Господь, очищай, Господь, и нас, Господь, и нашу внутренность, нашу жизнь, общину, Боже, весь этот мир, Боже, мы знаем, Господь, что Тебе претит эта нечистота, которая, Господи, она кругом, Боже, Господь, и Ты грядешь, Боже, Господь, и этот мир будет очищен. Но Слово Твое говорит, что Ты начнешь прежде всего с дома своего, Боже. Дай нам эту, Господь, возможность, эту благодать, Боже, благодать, эту привилегию начинать, Господи, с себя, прежде всего с себя, Боже, Господь, чтобы учиться судить самим себя, чтобы Ты нас не судил, Господи, когда Ты придешь, Господи. Боже, мы ревнуем об этом, мы жаждем это, мы жаждем этого. Боже, и в это время, празднуя эту Хануку, мы говорим, Господи, мы любим Тебя, мы благословляем Твое имя, мы говорим, что Ты личность Иешуа, просто неописуемая, которых никогда не было, нет и не будет. Ты один, Боже, Господь, Ты единственный для нас, для тела Твоего, для каждой нашей жизни, Боже.
Мы славим Тебя, мы благословляем имя Твое, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что благодаря Твоему кресту, Боже Господь, благодаря тому, что Ты пришел, Боже, на эту землю, Боже Господь, спустился, чтобы мы могли подняться туда, к нашему Небесному Отцу, войти в Его присутствие, Господи, наслаждаться им, Боже. Это все Ты совершил. Это все благодаря Тебе, Боже, благодаря Твоей крови еще. Этот праздник, Господи, он напоминает нам прежде всего это, Боже, это. И мы славим Тебя еще, благословляем Тебя, благодарим Тебя. Ты велик, Боже, Ты чудесен. Да будет прославлено имя Твое, Боже. Мы знаем, что и небесное, и земное, и Господь там внизу, но все преклонится пред Тобою. Мы жаждем Тебя. Твоя невеста, Господи, жаждет Тебя, святого нашего, совершенного Господа и Спасителя. Амен.
жаждем Тебя, жаждем Тебя. Авину, мы превозносим Тебя на этом месте. Авину, мы величаем Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Боже, нет такого Бога, как Ты. Нет подобному Тебе. Нет столь славного Бога, нет столь великого Царя. Ты Бог наш, Ты упование наше, Ты жизнь наша. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Твое присутствие, оно на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что это место, оно наполнено Твоей славой. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя слава, она всегда идет с Твоим народом. Боже, смотря в Священное Писание, мы видим, что Твой народ, он всегда созерцал Твою славу. Боже, потому что Ты призвал Свой народ, чтобы Твой народ, он жил в славе Бога богов и Царя царей. Аллилуйя, Боже святый. Куанте реке теребесане шейну, ребе делера масая, мещето кейну. Аллилуйя, слава Тебе. Славим, славим, славим Тебя, Господь. Славим, славим, славим Тебя, Господь. Превозносим, превозносим. Боже, мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за Твой народ Израиля. Мы благодарим Тебя за то, что, Боже, во все времена истории Ты был со Своим народом. Потому что у Тебя есть особенное предназначение для Израиля. Ты призвал его, чтобы он был светом для других народов, Боже. И Ты во все времена оставался верным ему. Ты во все времена оставался верным тому призванию, в которое Ты хотел его вести и вводил, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что, Боже, когда Твой народ, он отступал от Тебя, Ты возвращал его на пути Твои, Господь. Боже, Ты проводил его через пути тяжелые, через времена и сложные, Господи, чтобы Твой народ, он обратил свой взор к Тебе. И мы благодарим Тебя за то, что Ханука, этот праздник, праздник света, это был праздник того, Боже, времени, когда Ты возвращал Израиль к его призванию. Ты возвращал его к той ревности, которую он должен был иметь по Тебе. Аллилуйя. Боже, и мы не просто взираем назад. Мы смотрим в это время, Господь. Мы смотрим в наши жизни. Для нас Ты также сказал, что вы свет этому миру, Господь. Ты так сказал, святый. И мы понимаем, что мы, Боже, евреи и неевреи, соединенные вместе, свет этому миру. Но почему-то также Слово Твое говорит, что мы много согрешаем. Боже, мы много согрешаем и понимаем мы, что нуждаемся в очищении. Мы нуждаемся в том состоянии, когда наши сердца, они сокрушатся пред Тобою, когда наши сердца, они просто раскаются, чтобы всякий грех, он не был в нашей жизни, не имел места. Отец, во имя Иешуа Мессии, мы хотим очищать себя, как Ты чист. И обновление, оно всегда связано с покаянием. Боже, мы сейчас во имя Иешуа Мессии просим Тебя, чтобы Ты обновил нас. Но обновить Ты нас можешь, когда мы скажем Тебе: Боже,
мы не правы пред Тобою, мы согрешаем, прости нам всякий грех, ведомый и неведомый. Прости нам, Господь, и очисти наш храм, очисти нас, Боже, от всякой неправды, чтобы мы действительно исполняли то призвание, которому мы призваны, быть светом этому миру. И пусть свет Хануки, свет Божьей победы, которую Ты, Машиах, утвердил на кресте Голгофы, он засияет в нашей жизни. Боже, мы хотим сказать спасибо Тебе за то, что Твоя очищающая сила, она сейчас на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Твой свет, он разгоняет всякую тьму в нашей жизни. Всякую тьму, всякий грех, проблемы, они не устоят пред Тобою. И мы величаем Тебя, наш Господь. Мы величаем Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что через наше покаяние приходит наше обновление. Благословенное имя Твое. Мы благословляем Тебя. Мы превозносим Тебя и поклоняемся Тебе во имя Иешуа Мессии. Во имя Иешуа.
Боже, мы славим Твое святое имя на этом месте, потому что Ты достоин всей славы, Ты достоин всей чести и всей хвалы. Боже, мы Твои дети, мы прославляем Тебя, Господь. Боже, славим Тебя, Боже, потому что когда мы прославляем Тебя, то всякая тьма и трудности, они уходят. Боже, мы живем в этом мире, и в этом мире мы сталкиваемся с любыми трудностями и проблемами в нашей жизни. Боже, Ты сказал, что Ты не пришел, чтобы взять нас этого мира, но Ты поставил нас в этом мире быть светом и солью на этой земле. Боже, и находясь здесь, мы сталкиваемся с любыми ситуациями, Господь. Боже, и как Ты сказал, чтобы наша вера, она не оскудевала, потому что Ты победил мир. Господь, и я молю Тебя, Господь, о каждом из нас. Я молю Тебя, Боже, о той силе, Боже, которую Ты дал нам, сила слова, и о той вере, которую мы имеем, Господь. Боже, потому что, проходя любые трудности и препятствия, мы становимся сильнее и крепче, и в этом возрастает наша вера. Боже, и я молю Тебя, Боже, молю Тебя за сестер и братьев, которые находятся, возможно, в тяжелых ситуациях. Возможно, Боже, где-то ослабилась вера. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты, Боже, явил свою славу в жизнь, Господь, Твоей общины, в жизнь, Боже, брата и сестры, чтобы Ты явил свою славу, Господь, чтобы Твоя вера, она вновь, Боже, обрела от Тебя силу, Господь, чтобы Слово Твое, Боже, оно наполнило, Господь. Я молю Тебя во имя Иешуа. Господь, я знаю, что Ты не все обещал объяснять, но Ты сказал, что я буду с Тобой всегда. В любых трудностях Ты обещал одно, что Ты будешь всегда с нами. Боже, и Твое Слово, оно говорит о том, что когда мы взываем к Тебе, воззови ко мне, и я отвечу. Я молю Тебя, Боже, чтобы наш взов, наша молитва, она вновь обрела веру. Веру в то, что Ты слышишь нас. Боже, пусть всякое сомнение, разочарование, пусть, Боже, всякая надломленность, она уйдет, Господь. Но придет опять Твоя вера в Тебя, то, что Ты слышишь любые молитвы. Ты слышишь, и Ты отвечаешь на любые молитвы. Господь, я молю Тебя, Боже, пусть наши молитвы, они вновь и вновь будут услышаны. Боже, о тех нерешенных ситуациях, которые есть в наших жизнях. Когда мы просим и не получаем ответа, то сказано, что желание, оно когда не сбывается, оно томит сердце. Но дай нам, Боже, всегда, как эта вдова, Боже, стучать и молить, и просить Тебя, зная, что Ты слышишь. Ты не отвернулся ни от кого из нас. Ты слышишь, потому что Ты любишь нас. Боже, дай нам всегда иметь такое сердце и твердую веру,
уверен в том, что Ты отвечающий Бог, потому что об этом говорит Твое Слово. Оно открывает Твое сердце. Твое Слово, оно показывает Тебя. Боже, и дай нам верить в Тебя. Я молю Тебя, чтобы та победа, которую мы имеем, это наша вера. Вера в Тебя. Она не оскудевала в тяжелых ситуациях и трудностях. Я молю Тебя, чтобы наша вера, наоборот, еще сильнее и тверже становилась. Чтобы, Боже, мы больше и больше становились на Твое Слово и доверяли Тебе. Доверяли и верили в Тебя. Верили в Тебя, Боже, без сомнений и без остатка. Как эта женщина, которая страдала в болезни и говорила сама в себе, если я прикоснусь хоть к краю одежды, я исцелюсь, Господь. Дай нам иметь такую веру. Боже, помоги нашему неверию доверять Тебе во всех ситуациях, во всех трудностях. Я молю Тебя о той славе, Боже, которую Ты обещал. Ты сказал то, что кто служит Тебе, Ты исцелишь, Господь. Боже, и мы не будем нуждаться, потому что мы служим великому Царю. Мы являемся детьми Царя. Боже, и я прошу Тебя, пусть это обновление нашего духа, нашего сердца, нашего разума, оно вновь обновит через эту молитву, через Твое Слово во имя Иешуа, Господь. Боже, благодарю Тебя за тот великий дар, который мы имеем, это дар веры, веры в Тебя, веры в невозможное, которая открывает нам будущность, открывает нам надежду, вера, которая позволяет нам делать шаги и не отступать назад. Боже, пусть Твоя вера наполняет нас во имя Иешуа Мессии. Боже, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за Твою благодать, которую мы имеем. Боже, незаслуженный дар вечной жизни. Боже, дай нам всегда смотреть на Тебя, Господь. Даже если что-то не происходит в нашей жизни, но всегда доверять Тебе, всегда уповать на Тебя, на Твое Слово и оставаться верным Тебе, верным тому, к чему Ты призвал, оставаться твердым и верным и просто доверять Тебе без сомнений, Господь. Я прошу Тебя во имя Иешуа, благослови каждого из нас. Боже, пусть Твой мир, Твой шалом, он утешит каждого из нас и покажет Твой путь. Пусть Твое Слово и Твой Святой Дух покажет нам Твой путь, по которому мы должны идти. Возможно, мы находимся в какой-то ситуации, которая говорит о том, что нам нужно развернуться и идти в другую сторону. Или, возможно, нам нужно искать Тебя. Искать Тебя, Господь. Я молю Тебя, благослови, Боже, нас. Всегда искать и стремиться к Тебе. И смотреть на небеса, смотреть в то, что Ты приготовил для нас. Молю Тебя во имя Иешуа. Боже, пусть Твой мир, Твой сверхъестественный мир, который превыше всякого ума, он наполняет наши сердца. Боже, и Твой мир, Твой Святой Дух, он поднимет выше всех ситуаций, в которых мы находимся, во имя Иешуа. И дай нам во всем прославлять Тебя, во всем славить Твое имя, возвеличивать Тебя, Господь, чтобы ничто в этом мире не останавливало нас совершать тот путь, который Ты доверил нам, совершать дело служения. Боже, как в этих словах Рав Шауль сказал, что веру он сохранил, течение совершил. Ведь приготовится венец жизни. Господь, дай нам всегда сохранять веру и свое призвание. Боже, молю Тебя во имя Иешуа.
благослови каждого из нас. Благослови, Боже. Благослови доверять Тебе.
Слава Тебе, великий Царь! Мы превозносим Тебя, наш Бог, превозносим Тебя и так сильно благодарим, что имеем это время, Боже, имеем, Господь, это место и имеем такого верного и живого Бога, как Ты. Боже, мы знаем, что Ты живешь не в рукотворенных храмах. Мы знаем, что для Тебя нет никаких границ, Боже, материальных, физических. И мы благодарны Тебе. Благодарны за возможность быть частью этого марафона. Благодарны Тебе за возможность быть частью этой новой Хануки для каждого из нас. Боже, мы благодарим Тебя. Превозносим Тебя, наш Царь Иешуа. Благодаря Тебе мы сегодня можем быть здесь. Искупленные, очищенные, Боже. Благодарим Тебя, Святой. Знаете, кто здесь на месте, или, может быть, вы присоединились к нам у экранов своих гаджетов, мониторов, поздравьте обязательно того, кто рядом с вами, с Ханукой. Поздравьте обязательно с этим победоносным временем в нашей жизни. Потому что как Ханука Самеех. И можете, знаете, смело сказать друг другу спасибо. Я думаю, для каждого из нас с вами каждый праздник, который мы отмечаем в своих собраниях или семьях, он чем-то символичен. А особенно, когда на протяжении уже не одной тысячи лет мы празднуем одни и те же праздники, передавая эти традиции, передавая эти заповеди из рода в род, благодаря тому, что мы с вами вот сегодня здесь, когда-то наши предки где-то тоже собрались вот в это время с 25-го Кислева, для того, чтобы сделать что-то, может быть, неординарное для времени, для местности, для, может быть, города, где мы есть. Но, тем не менее, мы сегодня с вами здесь и на всяком месте, где мы охватываем этим марафоном всю нашу планету, не побоюсь сказать, мы с вами являемся подтверждением того, что Ханука, она действительно не просто ритуальный, традиционный, как любят говорить, еврейский праздник. Хотя все вокруг Хануки связано с еврейским народом, с храмом, который вновь будет восстановлен на еврейской земле. Но есть вещи, которые из года в год, они как-то меняются. И мы же с вами привыкли к тому, что Ханука — это что? Это вкусно, это светло, это радостно. Но вот в этом году для меня лично, и вот сегодня здесь подтверждением было, Ханука стала чем-то новым. Я внимательнее прочитал повествования исторические про Хануку, которую все мы, может быть, если еще не читали, обязательно прочтите. И я обратил внимание на то, что привычные мне вещи, которые я уже 10 лет Хануку встречаю, думаю, ну вот же победа, вот же освящение храма. А вот это о чем? Но в этом году я особенно обратил внимание на те вещи, что все началось даже не с осквернения храма, а с того, что в народе началось предательство, так сказать. Появились люди, когда увидели силу и могущество греческого мира, и вот все то, что и Антиох, который провозгласил себя Богом, насаждал, они сказали, пойдем к царю, возьмем у него разрешение стать язычниками. И тогда началось разделение в народе, тогда началось много кровопролитных каких-то сражений, но еще одна важная вещь, которую я для себя подчеркнул в этом году, и вот за что хочется сказать всем вам спасибо. Всем спасибо, кто в наших собраниях участвует в этом марафоне, и не только, а во всем том, что делает Господь вот в это время. Знаете, потому что Ханука — это праздник выбора, если так можно выразиться. Потому что, если мы обратимся, нету сейчас много времени для этого, поэтому я вкратце. Если мы перечитаем вот эти события, мы увидим, что там неоднократно народ Божий становился перед выбором.
согласиться с тем, может быть, большинством, которые пошли к царю за указом, чтобы стать язычниками. И мы знаем, что, видимо, их было не меньшинство, раз начали появляться училища, которые начали обучать языческим обрядам. Начали убивать множество и множество людей, которые оставались верными Божьим заповедям, продолжали блюсти все его постановления. И это был всегда выбор. И когда потом, мы знаем, в историю вмешивается Матафия, да, со своими сыновьями, которые стали прообразами Хануки, своим мужеством, своей храбростью. Когда они пришли в этот город, язычники, и сказали: «Слушай, ну ты уважаемый человек, давай ты, чтобы меньше смертей, ты один, ну, покажи свое смирение под язычество, и тем самым большинство сохранит жизнь, наверное». Но он сказал «нет». Он сделал свой выбор перед лицом врага, такого сильного, что, знаете, представить это трудно. Но вот то, о чем мы сегодня молились на протяжении этого часа, это все про Хануку. Потому что на кого нам еще уповать? Так сказали Маковеи, когда, сидя в горах и высматривая в какие-то современные на то время, может быть, приспособления и ужасаясь величию того войска, которое к ним пришло сразить их, они сказали: «Послушайте, но мы-то идем не своими силами. На кого нам уповать? Если мы уповаем на свои силы, и мы сегодня тоже, если уповаем на свои силы, то далеко ли мы дойдем? Потому что вокруг нас такой красочный, такой разнообразный мир язычества. Хочешь тебе вот такое, хочешь тебе так, а хочешь еще и в любое время, и как угодно, лишь бы ты подальше отошел от Божьего закона». Но на примере именно Матафии, который со своими сыновьями воскликнул в городе громким голосом: «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мной». И с этого начался новый этап Хануки. И сегодня многие из вас где-то, может быть, в мессенджере, где-то по телефону вам позвонили ваши лидеры, услышали приблизительно тот же призыв, что нет, мы не пойдем сегодня туда, куда нас влекут наши повседневные дела, потому что сегодня у нас есть особое время, особое место в этой общине и во всех наших общинах, куда мы идем, делая выбор в пользу Бога. И мы знаем, что это привело к победе потомков Матафии, его сыновей, и это привело к тем уже нашим любимым чудесам, когда они, опять же, войдя в храм, и много есть иллюстраций прекрасных, не найдя подходящего количества масла, но для того, чтобы осветить и продолжить храмовое служение, нужно было зажечь этот огонь. И их выбор был в пользу, опять же, проигрышной ситуации. Они не сказали: «Мы зажгем и будем веером размахивать». Они сказали: «Мы зажгем, потому что мы ревнуем продолжить это служение. Мы соскучились за присутствием Божьим, которое на тот момент было в храме в основном. А представляете, какая у нас с вами привилегия сегодня? Что мы, делая этот выбор, соглашаясь этот час, пусть как прообраз одного всего лишь кувшинчика, но который будет гореть до следующей Хануки, потому что Бог, Он позволяет это делать. И когда наши праотцы в те времена этого времени года, опять же, сделав выбор, сказали: «Нет, мы зажгем, мы сделаем то, что зависит от нас». И Бог, который всемогущий, всесильный, дал ответственность нам, как людям, принимать в этом участие, потому что Он же мог этого не допустить, чтобы Его святыня была осквернена. Однозначно мог. Но Он сказал: «У меня есть, всегда есть верное». И поэтому сегодня спасибо всем вам, всем нам, что мы остаемся верными, несмотря на обстоятельства, несмотря на краски этого мира, который пытается нас отвлечь. Мы сегодня говорим, что мы следуем за Тобой, Боже, потому что Твой закон – это действительно путеводитель моей жизни. Потому что Твоя Тора, Господь, это свет на моей стезе. Потому что Твоя Тора, Господь, Твоя, Боже, Шехина, которая сейчас здесь с нами. И мы просим, чтобы это Твое присутствие, оно наполнило всех, кто смотрит этот марафон, кто принимает в нем участие, Боже, в
тех трудностях и в тех обстоятельствах этого языческого, в основном, мира, Господь. Мы просим, пусть Твоя Ханука, она, Боже, с новой силой загорится. Несмотря на то, что в наших городах множество, Господь, противников, множество антисемитизма, как бытового, так и духовного, Господь, очень глубинного, Господь. Мы знаем, что огни Твоей Хануки, которые зажигаются в синагогах, которые зажигаются еще большей силой в мессианских собраниях, которые подтверждают Твою верность, что Ты Бог, который обещал нам Машиаха, и Ты дал нам нашего Спасителя Иешуа. И Ты, Иешуа, грядешь вновь с тем Божьим огнем, Господь, который искоренит все это язычество и все зло и весь грех. И мы благодарны сегодня, что мы можем быть в Твоем присутствии, Царь наш. Мы благодарны, что мы можем праздновать Хануку и быть теми верными Тебе, Господь. Несмотря на то, что слышим в свой адрес, несмотря на то, что иногда сами думаем, что мы незначительные, что мы ничего не стоящие, может быть. Но мы знаем, что маленький свет, он побеждает силу огромной тьмы. А Боже, если это Твой свет, он просвещает всякую тьму. И мы благодарим Тебя, Святой, за то, что Ты просветил однажды нашу тьму. И мы Твой свет, чтобы просвещать дальше тьму тех людей, которых Ты доверяешь нам. Тех людей, которые окружают нас в наших городах, в наших странах. И мы хотим и просим Тебя, чтобы Ты способствовал этому, чтобы могущество Хануки Твоей, оно распространялось, Боже, через наши шатры, через, Боже, то, как мы зажигаем в своих семьях Хануки, через то, как мы благословляем Тебя, наш Бог, чтобы Твое могущество распространялось. И слава Твоя, она, Боже, силою, Боже, и еще большим светом она просто обращала этот мир к Тебе. Бешем Иешуа. Аминь. И еще раз обязательно сейчас прям поздравьте друг друга с тем, что каждый из нас с вами – это Божий шамаш, который Бог определил для определенной цели. И каждый из вас, дорогие братья и сестры, он предназначен для того, чтобы зажечь еще больше и больше того масла, которое вам может быть неизвестно, невидимо. И поверьте, все трудности, которые вы проходите, это перед лицом Божьим пустяк. Аминь. Как Ханука Самеях, мы были очень рады послужить вместе с вами. И еще раз поздравляем всех вас, нас, и желаем всем нам светить и не угасать, и не унывать.